Так, что нам, куда? Какой нам часть? А, костюмы. Костюмчик у нас какой-то есть новый. Мы можем вот этот открыть. Это типа обновленный костюм. Это наш паутинный цветок какой-то. А, это вот тот, который у нас был. Ага. Так, а что мы еще можем открыть? Вот еще вот новый открылся. Это какой-то костюм «Тайная война». Так, я думаю, мы, наверное, вот Нуаре побегаем. Да. Нуар, а здесь выберем... В Стрёжем решается возможность вызывать подмогу. Не, неинтересно. Во, паутинный цветок. Давай паутинный цветок. Навыки. Одно очко у нас есть. Здесь 4, здесь 3, здесь 3. Так, ну давай что-нибудь тут посмотрим. Паутинка трека облегчает применение этих приемов. Так, ну давай вот это вот уклонение. Так, задание. Шокирующее возвращение. Это ж это. О, ты посмотри, какой костюмчик. Сейчас мы вот так встанем. Нормально, так нормально. Так, нам надо что? Нам надо в какую часть города? Вот в эту, да? Так, ну давай мы, раз мы тут рядышком, мы вот эту откроем. И по пути еще откроем вот эти. Давай мы вот сюда сначала. Нам в другую сторону. Пока нет времени. Что не оставил в лаборатории снаряжение для твоего друга. Я ничего не имею против, но если снова нагрянет комиссия по грантам... Не волнуйтесь, док. Я взял за правило ничего там не оставлять. Но я знаю, что мой друг ценит, что вы заботитесь о нем. Многие не слишком его любят. Ты про этого фигляра Джеймсона и его паству? Я тебя умоляю. Те, кто вершит великие дела, не дают таким судам стоять у себя на пути. И мы не дадим. С вами трудно не согласиться, док. Пока. Вот и он. Это интересненько. Серьезно? Сдавайся, ты меня не поймаешь. Это уже говорил. Я тебе не враг, но ты меня притормозишь. Какой ты чуткий. Нормально, все разрушаю. Зачем тебе деньги, Герман? Тебе это что? Да мне плевать. Просто он для Отто, по-любому, нет? Или для кого? Но было бы куда приятнее, если бы мы обрели душевную связь. А, я забыл. Души-то у тебя нет? Точно. Поговорим. Давай лупить его. Я сказал, хватит. Да ёкарный бабай, да что, понял. Паучок, ну ты чё так драматично лежишь? А зачем ты вообще грабишь людей? Полиция же следит за каждым твоим шагом. Да, ты туповат. Но я не знал, что ты настолько туп. Наверное, дела у тебя плохи. И значит, ты крадешь не для себя. Наверное, ты с кем-то работаешь. Или на кого-то. Если не назовешь имя сам, я его из тебя выбью. Выбирай. Заколебал. Быстрей, быстрей! Еще лупит меня. Не успеваю. Ну а тебе по башке. Ну-ка, лежай. Держи руки при себе. Эй, Герман, как личность, ты ноль. Но костюм у тебя классный. Обсудим покрой. Может, позже. О, господи, чё как ребёнок-то? Молодец, Человек-паук. Ты узнал о его мотивах? Пытался, но он молчун. И еще ненавидит меня.
Да, и не только он один. Но ты ведь меня любишь? Я тебя терплю. О, таких приятных вещей ты мне еще не говорила. Пам-пам-пам. Шокирующее возвращение. Новое побочное задание. Кажется, у меня появилось свободное время. Попасть может, в приют Пир. Поподробнее? О, это Энджей. Привет, Энджей. Поздновато ты. Я только что смотрела новости. Похоже, у тебя было веселое приключение с Шокером. Ага. Он оказался неожиданно агрессивным. В любом случае, спасибо за ужин. Сколько я должен? Как насчет услуги? Та маска из галереи еще у тебя? Да. Я как раз иду в Пир поговорить о ней с Мартином Ли. С Мартином Ли? Почему? Он доктор искусствоведения. Если кто и знает о происхождении маски, так это он. Держи меня в курсе. Как я и говорила, за всем этим явно есть какая-то история, и я намерена ее раскопать. Ну, да. Так значит, я могу звонить в любое время? Да, время, повод, неважно. Значит, мы снова общаемся. Классно. Народ, я вынужден еще раз подчеркнуть, что не отвечаю за действия Макдональда Мака Гаргана по прозвищу Скорпион. Да, как я и говорил, я оплатил эксперимент, который дал ему невероятную силу, скорость и этот ужасный робохвост. Я хотел создать античеловека-паука, который бы остановил угрозу, а не сам стал ею. Я не знал, что он псих. Думаете, в его резюме написано «псих, помешанный на ядах». Его адвокат явно пытается сократить срок его заключения на плоту, вешая вину за его преступление на меня. И с этим Джей Джона Джеймсон не станет мириться. Короче, натворил херни.